Доказано, что дети укрепляют семью и сильнее объединяют супругов. В семьях с несколькими детьми разводы случаются намного реже, чем в семьях, где один-двое детей. Рождение каждого последующего ребенка вносит в семейную жизнь не только заботы по уходу за малышом, но и свою новизну в отношения супругов. В семье Моисеенко 7 девочек и 2 мальчика. Я люблю детей. Если бы операция этого не было, я бы еще родила бы. Я люблю детей. Мне не было страшно. Я не думала, чем кормить, как кормить. Я нам папа и накормит, и все будет хорошо с Богом. С голоду не умрем. Не было страшно, один слово. Настроилась на это. И, видимо, то, что я люблю детей, потому что Бог дал мне столько. Я их люблю всех. Чтобы все заботы не ложились на маму, ей по дому помогают ребята. Убирают со стола они по очереди. За этим они следят сами. Ну а если требуется помощь посерьезнее, то выручают старшие дочки. Они и по хозяйству помогут, и если надо, посидят с теми, кто помладше. Бывают дни, так, кушать надо варить, там где-то перебирать. Так, Катюша, давай старшая кушать варит. А если у нас стиральная машина поломалась сейчас, они вдвоем стирают, я готовлю. Мелкотня там. Аня, Юля, там порядок в комнате. Максим, Сережа, в вашей комнате. Лена, там обуви на выход. У нас много обуви. Мы сейчас прибрали, потому что не смогли заходить. Вот. И вот так распределяем, потому что все на меня, я не смогу все это потянуть. А так каждый знает. В семье все всегда друг другу помогают. Если кто-то не в силах справиться с посудой или уборкой, на помощь приходят остальные. Конфликтных ситуаций между детьми практически не возникает. Конечно, бывает, что они ссорятся, но причиной этому, как и у любых других детей, становятся игрушки. Поиграть хотят все, но иногда приходится делать это по очереди. Привет, ребята! Здравствуйте! Давайте для начала познакомимся еще раз. Как тебя зовут? Меня зовут Сережа. Лена. Юля. Таня. Очень приятно. Меня зовут Дима. Ребят, расскажите, как вам живется? Бывают ли у вас конфликтные ситуации, когда вы ссоритесь или ругаетесь, деретесь? Ну, бывает пару раз, там, например, не хватает чего-то, ну, например, с чем-то играть, но не хватает. И чуть поссоримся, а потом через пару минут находим это, ну... Выход из ситуации, да? И начинаем также играться, и мирно все. Несмотря ни на что, ребята очень дружны и всегда стоят друг за друга горой. Они проходят обучение в интернате, где всегда держатся вместе и поддерживают друг друга. У самой старшей сестры не так давно появилась своя семья. Избранник девушки стал частью большой семьи, и теперь ребята всерьез подумывают уже о своих детях. Я тоже очень люблю детей. Я хочу, чтобы у меня тоже была большая семья. Ой. Вот, да. А особенно хочу близняшек. Ну, это вот. Надо постараться. Ну, и говорю, и желаю всем мамочкам, кто выходит замуж, собирается или там, чтобы они не делали аборты, потому что это ребенок, это дар Божий, это ребенок, это смысл жизни, есть ради кого жить, что делать. Ну, не знаю, я так думаю. Я хочу тоже большую семью.